Здравствуйте, у нас Клондайк. Вчера начался с обновой. Обнова двойная. Остров, который будет у нас 2 недели, и 26 дней еще строительный трест, где мы можем выполнять задания ежедневные, еженедельные и получать за это подарочки дополнительные. Помимо этого у нас еще идет расчисткочка острова. Так, наверное, чтобы было быстрее, я рожь уберу. Ставлю бобы. Очень, конечно, жалко, что я не покупаю вот эти оки, и я не смогу вам показать улучшенную мини-пекарню, которая работает быстрее. Ну, просто не у каждого есть такая уникальная возможность, скажем так. Но зато мы смотрим все то, что в игре бесплатно. Один раз, конечно, всего у меня было, мне подарили эти 220 оков. И я смогла принять вот эти все подарки. И благодаря этому, спасибо большое этому игроку, у меня вот сейчас находятся вот такие роскошные сани. Так бы у меня их не было. Ну что ж, давайте вместе отправимся на остров. Я на него вчера заехала. Ничего крупного не убирала. Убрала немножко травы. Мелочь, только мелочь. Исключительно для того, чтобы нам с вами было потом проще. Так, где у нас что? Так, комбо у меня не стоит. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Есть торговец у нас. Куда ж мы без него? В этот раз мы собираем рыбу. Ни рыба, ни мясо называется. Так, убираем потихонечку то, что я понаставляла. Сейчас давайте я надкушу часть, а потом уже буду опять ставить помощь компаньону. Во-первых, уберу вот эти, которые по 165, чтобы они не создавали видимости. Так, и тут что у нас? Ну, печально, много камней не уберешь. Ладно. 6. Отлично. Хотя подождите, у нас же что-то награды. Первая награда 200 энергии. Вот ее как раз сейчас и заберу. Чтоб хватило на все. Так, что у нас тут? 104. И вот этот камушек самый такой интересный. Самое вкусное, скажем. Я вас умоляю, компаньону тоже хватит. Хватит всем. Это, кстати, вот когда вот такие вот у нас новые острова с камнями, вообще милое дело, когда дарят нам 200 энергии. Это получается вообще чисть не хочу. У нас 100, это 120. Камни, конечно, вот хочу сказать, на новом острове очень даже прилично, не пожадничали. Нет, так, тут надо убрать только 18. Отлично, и остается 120. Так, все, я возвращаю вас в портрет. Так, 120. Естественно, что я все ж не могла надкусить. Не съем, так понадкусую, называется. Сколько смогу. Так. Тут на 120 я уберу. Отлично. Эти деревца у нас обман зрения, да? Ну ладно. А это по 90. Ну, давайте начнем сначала, начнем с нуля. Остров. Остров такой не маленький, скажем так. Дополниловка. 3 по 100. 6 этих лодок. Вот такие вот лодки. 5 того, 5 другого. Ну, ничего такого сложного. Кстати, я видела 2 уже, да, 2.
Это обман зрения. Это у нас что? 85. Что они нам намекают еще? А, подарки я не приняла. Ну, ладно. Я просто подумала, что эти мне не горят. Мне горело 200 энергии. Я их приняла. Причем тогда, когда загорела. Все. Очень жалко. Я так смотрела все на этот верхний ряд. Больше всего жалко за две вещи. Винни-пекарня жалко. И вот еще маховик. Ну ладно. Всего не соберешь. Давайте с этого исходить. Так. И вот эту вот красоту неописуемую я уберу в первую очередь. Теперь у меня, скажем так, процесс пошел несказанно быстро. Потому что я понадкусывала. Я убрала много больших камней. Прям сразу. Ха, это на 100 не заметила. Ну, правильно, за вот этими вот деревцами ничего не видно. Ладно, прорвемся. В следующий раз уберем. Так, это что у нас? 75. 75 это 35 и 40, чтобы не заморачиваться. 75. Так. Ну, а проходик-то у нас где? Так, давайте, что ли, задание почитаем, что ли. Так, найти, опросить местных жителей. Потому что они там стоят, ждут, пока мы с ними пообщаемся. Точно. А что вы видели? Спасибо. Опрошен? Да, давайте с ними по-быстрому. Не будем их долго расспрашивать. А что вы слышали? Спасибо. Спасибо? Спасибо. Третьим будешь. Кто третьим будет? Ты будешь третьим. А что вы видели? Спасибо. Вот и все. И 10 шоколадок уже к нам попало на склад. Очень даже радуют. Тут белочки скачут. Нас посетила белочка. Вот она такая красивая, рыжая, пушистая. Так, а заданий, кстати, много всего или нет? Задание. Нет, так нормально. Это что, я так много прошла, да я ж ничего не делала. Да? Ладно, приехал уже первое задание. Там что-то сделал, да? Обменять у торговца. Дяденька. Тут с вами меняться будем. Ой, подождите. Я что-то не это самое. Собрать железный. Ага. Исследуйте. Фальшивое золото. В общем, нам сюда. Вот тут, по идее, проходик. Тихо. Сейчас мы сделаем энергию. Как это нет? У нас есть все. И энергия, и желание расчищать остров. Так что тут нам рассказывать про отсутствие энергии очень было даже не обязательно. Не прокатит. Ой, я накопила. Пойду помогать. Прикольно, ничего не поменялось. Я вчера помогала, ну, выбивала компаньону. Выбила вроде как все. Смотрю, а помощь стоит. А, вот она. Искала, искала, не нашла. Сегодня захожу, помощь стоит. Тоже найти не могу. А что это такое вообще? Камушек. Ну, компаньон, видите, уже до рыбалки дошел. Ладно, ладно. Мы тоже сейчас дойдем. Сомневался. Вот она, наша рыбалка. У нас там тоже камушек, значит, спрятанный, да? Ну да, еще и 93. Я его сейчас уберу, чтобы он меня так вот... А то будет последним камушком, да? Так все расчистила, я бегаю, ищу, где там, что там, как там, а там камушек. Не надо нам такие камушки спрятанные. Так, постепенно пытаюсь открыть этот проходик. Ну, добраться до рыбалки. Рыба-то нужна. По заданию у нас что? Отдай дяде рыбку, получи подарок. Так, 75. Ну, 75 это легкотня. Сейчас сделаем 40. 75. Ай, места нет совсем. Сейчас давайте заценим, что надо привезти.
Так. А, приманки где? Верстак. Я рада. Кстати, я здесь видела перья валялись. Смотрите, вот. Давайте сейчас я посмотрим. Ой, промахнулась. Сделала больше, чем надо энергии. Сейчас, ладно, сейчас потрачу. Сейчас посмотрим, что выпадает с перьев. 40, 75. Так. На всякий случай сделаю 93. Если нет, поеду домой. Что-нибудь да придумаю. Так, 43, 93. Давайте перышко откроем. Ну, просто перышко. Энергия не выпадает. Вот так вот. Прикол, что-то я в этот раз прям растерялась. Мне надо на верстаке делать приманку эту, да? А я его еще не нашла. Или я невнимательная, или то место, где верстак еще не расчищено. Кто его знает. Но еще все впереди. Пока есть туманчик, всегда есть надежда, что найдем. А, обнаружила! Ура! Ха! Надо крючков 80 штук привезти. Срочно! Так, привезла я 80 крючков. И... А, оно сразу создается. Ясно. И давайте начнем хотя бы как-то ловить уже, что ли. Так, комбо убираем. И... Ой, раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Ну, почти. И 121. Любой. 120. Это не 120. Это меньше. Да ну, какой-нибудь камушек дайте мне. А, вот. А, нет. Сто двадцать. Обнаружено. Все. Деревца на сколько? 85. Плохие деревца. Проходик такой узенький, да? И тут все маленькое и незаметное. Кстати, я что там с рыбалкой? А, еще и ждать надо, да? А у нас так девочка тут стоит. У меня всего одна такая, да? По одной ловим. Жаль. Я думала, можно ловить пачками. Было бы быстро и непринужденно, но, увы, фокус не удался. Пачками ловить нельзя. Так, это что же 60? А, это вообще по 45. Обман зрения. Обычно такие были по 60. Я же еще сделала 60, такая, хоп, что-то не то. В принципе, остров несложный. Но придется, как говорится, единственное, что позаморачиваться, потратить кучу времени на вот эту вот ловлю рыбы. Ну, хотите меняться, ловите рыбу. Не хотите меняться, можете, как говорится, задание поделать и на том остановиться, типа без рыбы. Но сами понимаете, что, как обычно, подарки идут неплохие. Порошочки, динамитик. Баррелей, конечно, мало. Ну, как-то так. Но времени на рыбалку надо вам, скажу сразу, очень-очень много. Потому что это никогда так быстро не делается. К огромному сожалению. Так, лодка у нас уже третья. И останется еще три. И на этом острове будьте внимательны, обращайте внимание, какое именно деревцо, какой именно камушек, на сколько ударов, чтобы ничего не пропустить. Ну, не забываем, что делаем задание в нашем стройтресте, потому что подарочки дополнительные еще никогда никому не помешали, скажу я вам.
Ну, а видео мы сегодня будем заканчивать. Конечно же, будет продолжение еще обязательно. По-любому стопроцентная расчистка. А там, если что-то будет интересное на острове, я обязательно об этом сниму. На этом все. До новых встреч.